Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня хорошее настроение. Сегодня у меня день, когда сбываются мечты. Пришла первая часть моего заказа. Вот такие вот полки навесные под окна, на которых я буду выставлять цветы. Я давно о таких мечтала, и вот наконец-то мечта сбылась. Завтра Эдуардович дома, и он мне все это соорудит, и я вынесу первые цветы. И тема такая, хотя и не цветочная, но все равно про цветы. Вот эти чудесные красивые полочки будут украшать не только мой двор, но и сердце и душу того, кто заходит ко мне в гости. Еще я заказала вот такую вот подставку под столик. Посмотрите, какая замечательная. У меня есть большой столик, а вот такого маленького еще не было. Ну, иногда для таких вот небольших посиделок, маленьких между собойчиков с Эдуардовичем, хорошее настроение под утреннюю чашечку кофе будет очень неплохо. Такое резное, ажурное, нежное, красивое. Верх уже готов, осталось его только закрепить. А вот это вот подставка для цветов. Для бругмансии. Той самой бругмансии, которую я укрывала на зиму. Несведущим людям, наверное, непонятно, что бругмансия, для того, кто не знает, расскажу, что цветок бругмансия не зимующий. Это комнатный цветок. Я попробовала укрыть, накрыть, закутать и сохранить до весны. Если он приживется и пустит хоть один росточек, это будет нонсенс. Бругмансия перезимовала морозы, а они были, оказывается, не только 10 градусов. Некоторые дни стояли морозы до минус 21. Ну а если она не оживет, что же я поселю в этот горшочек? Ну, конечно же, бругмансию. Я срезала веточки осенью, подержала в воде, они пустили корни. Потом появились листочки, я посадила в горшочек, и сейчас моя маленькая бругмансия ожидает высадки в большой ящик. Сейчас я вам покажу мою маленькую бругмансию. Вот она, посмотрите. Вот она, моя маленькая малышка бругмансия. Да, она еще маленькая, потому что скоро это будет большое дерево с цветами, похожими на трубы. Не зря второе название этого цветка – трубы ангела.